Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова Монг. Продолжаем проходить жизнь после. У нас миссия ночь напролет. Нам надо, короче, обшарить какой-то самолет. Тихо, тормози. Ну-ка. Задание-то, блин, ночью. Блин, глушителя нету. Как понимаю, нам надо сначала... Сначала территорию обсмотреть. Угу. О, уже трое, блин. Долбаных упокоителей. Блин, там еще один был, где он? Так, а куда нам спрятаться, блин, если что? Вот и тут и спрятаться-то некуда. Один готов. Они все время эти обдалбываются какой-то хренью, бля. Так. Там еще двое. Блин, почему тут кустов-то нет? Что за хрень? Я их плохо вижу отсюда. Ух ты, бля, еще бегут. Так, один вроде подуспокоился. Вон там еще один, бля. Аптечку что ли шибануть? Так, у нас одна аптечка и 5 бинтов. Стимулятор, бля. Блять. Готов. Есть, блин. Себе не представляешь даже. Вот так. Вот так. Чё там, сколько вас там осталось-то? Один. Ух ты ж мать его, он что-то какой-то бронированный, блядь, я его, по-моему, не прошибу. Он не прошибается, мать его. Боеприпасы кончаются. О, есть, готов. Ну-ка пойдем посмотрим, что это зачертило. Заодно этих обшмонаем. Лекарственная микстура. Микстура-то хорошо. Бинт, блин, нет места. Так, бутылки. О, бля, керосин. Неужели? Патроны тоже хорошо. Вот с керосином в последнее время проблемосы, как вы помните. О, о, нихера, пулемет, да. Взять, что ли? Это я заберу. Винтовка все равно в шкафу будет. Да не надо мне, блядь, пистолет гребаный, нах. Где мой пистолет, блядь?
А у меня его и не было. У меня ж коротыш был, блин. Вот он, блин. Это что? Отдай-ка обратно, нах. Ну-ка. Пулемет с глушителем, блин. А почему коротыш отображается? Ни хера не понимаю, блин. Во. Бля, патронов мало. О, ништяк, у вас тут керосина. Ух ты, блядь, там еще. Сука. Там еще чушки, блядь. Стоят. Канистра. Где ты там? Я ж тебя видел. Почему не могу на нее залезть? Странно, блин. Реально странно. Значит, если просто машина стоит, на нее залезть можно. Блять, там еще один пулеметчик. А если ее толкать, то я уже не могу на нее залезть, да? Дик, ты что так орешь, блядь? Так. Как бы этого пулеметчика ухайдокать? Можешь взять пока винтовку, ухайдокать его, а потом обратно пулемет взять. Давай, наверное, так и сделаем. Можно мне винтовочку обратно? Спасибо. Есть. Есть, есть. Он один. Блять, ну он меня тут спалит, конечно же. А прятаться некуда. За машину только. Не хочу пулемет тратить. Ух ты, там наверху что ли еще кто-то? Ух ты, мать твою! Пошли за пулеметом, блин, быстрее. Пулемет. Быстрей пулемет. Ты мразота. Снять глушитель пока. А, он и так без глушителя. Блять, этот пулемет вверх так тащит, что трындец. Во! С автомата и то быстрее хлопнули. Есть еще кто-нибудь интересный? Да зачем ее еще дальше катить? Благодарю. Так, патроны для пулемета это хорошо. Тряпка. Шли посмотрим, так. Сказать, убедимся, что нет никого. Ну и поедем дальше. Никого нету. Какая-то подозрительная вышка, мне вам не кажется. Ладно, давай вот до суда доедем, до машины. Ну и дальше пешком опять прогуляемся. Еще байк заправить надо. Эх, гребаный этот громкоговоритель ихний бесит. Какая-то вода красная, блин. Кровище, что ли?
Выключи фару, Дик. А чё у нас типа это? Бесконечный запас топлива сейчас? Там патроны что ли были? Точно. Отлично. 125. Шикарно, блин. Реально, у нас бесконечный запас топлива пока что. Почему так странно? Ну-ка, стой, проверим. Смогу я заправить или нет? Не-а. Ну и ладно. Да блин, садись. Зачем они сделали, что садишься и фара автоматом включается? Вот лучше бы было, чтобы вручную включать. Серьезно, блин. Так, ну та вышка мне не нравится, это факт. Пошли посмотрим, блин. О, ну вот, я же говорю, нахера там снайпера, блин, засели. Как бы к ним поближе подобраться. А-а-а. С автоматика-то, конечно, блядь, стрелять не очень. Блядь, винтовка нужна. Или ближе надо подходить. С пулемета не вариант стрелять. У него капец разброс. Бля, как бы их щелкнуть-то, а? Мне кажется, они запалят меня в кустах. Готов. Так, он же меня не видит в траве, я надеюсь. Главное не высовываться. Все, все, чувак. Готов. Отлично. Так, что там дальше? Дальше есть еще кто-нибудь или нет? Ну-ка. Я вроде не вижу никого. Ладно, пошли к мотоциклу. Так, а где у нас это? А, вот у нас. Бомба с дистанционным подрывом и противопехотная мина. Есть. Ха-ха. Прикольно. Можно против орды их, блин, устанавливать и бах-бах. О! Это мне нужно. Да, золотистая смородина. Первый раз это, о такой слышу. Может, редкая какая-нибудь? Стой. Сохраночка. А что, нельзя сохраняться? Почему? Странно как-то. Очень странно. Ну что, мы почти приехали. Ух ты, тварь! Беги, блин, у него пулемет, блядь. Откуда гасит-то, блин? Оттуда, откуда-то. Как я его не увидел-то? Это тварь, блядь. Тварина, а. Мразь.
Сдохни, блядь, тварь. Паскуда, а. Да где аптечка, блядь? Паскуда, как я тебя не увидел, а? Тварь, блин. Почти приехал же уже, блин. Толокнянка, блин. Ты где там в траве сидел, блин? Или чё? Вроде, блин, большой дядя, блин. Блин, сохраниться не могу. А, ну вот самолет. Угу. Дайте мне сохраниться, пожалуйста. Найти антибиотики. Не дают сохраниться. Хреново это. Вон самолет. Господи, охренеть можно. Действительно охренеть можно. Она мама, блин. Чё это за чертила, блин? Ну-ка. Здесь точно пулемет нужен, блин. Гранаты. Эй, черт, ты куда там пошел, бля? Что у меня поджилки затряслись, бля. Да не, пока не надо эту бомбу. Граната. Где он, бля? Где этот черт? Здоровый гад. Где он, блин? Ага, еще капкан, блин, сработавший. А, он где-то здесь, блин, в самолете, походу. Точно, блин. На, лови! Чё, я у него жизнь-то отнял? Вроде отнял. Где он, блин? Я его не слышу. Так, пока нормально. Пока нормально. Уже больше половины хп у него сняли. Фугас теперь, наверное. На очереди. Иди там на мину наступи, чувак. Я из-за музыки не слышу, где он. А ему похрен, короче. Есть, бля. Почти готов. Я чё кинул-то, бля? Я ж фугас выбирал. Когда надо выбирать этот, молотов,
выбирается фугас иногда кидаешь. Когда надо фугас, кидаешь молотом. Ну что это за херня, а? Так. Где он? Может, сейчас уже из пулеметика пострелять? У него чуть-чуть осталось. Хер знает, вдруг он быстрый тварь. Ой-ой-ой! Беги, Ник! Беги! Да беги ты, блядь! Беги, блядь! На мину его надо заманить. Где ты там, тварь? Давай сюда иди. Ой! Это все? Господи боже. Ху, бля. Вот. Это зверюга. Ухо громилы. Антибиотики. Надо найти антибиотики. Фу. Ништяк. Фига он, блин. Сильный тварь. Две гранаты, фугас и коктейль молотова на него потратили. Это антибиотики. Да, пойдет. Пойдет, да, пойдет. Отнести их в байку. Погоди, давай здесь пошарим, может тут еще что-нибудь есть. Че это вот это? Ага. Бинт. Бинт — это хорошо. Кстати, нам надо сделать. Да блин, какая нахер микстура? А, у нас полная, да? А чем я залекался тогда? Аптечка, что ли, появилась откуда-то? Я не заметил. Блять, смотри-ка. Шоколята еще гребаные. Идите сюда, блин. Чего там акаете? Спокойной ночи. Вот так. А как вам попасть? Я уши ваши хочу. Странно. К ним что, никак не залезть? Нахрена они там тогда сидят? Уши-то у них хорошие. А ладно, хер с ними, блин. Так, это что? Стерилизатор. Годи, где наш этот, блядь, ящик-то, блин? Которую надо тащить. Я больше тут ничего такого не вижу. Туда. Да нет, туда не пойду. Ладно, пошли к Моцику. Так, что такое? А, капкан, блин. А вот бутылку еще можно взять. Тоже неплохо. Где вы там, блин? Шоколятом. Как обезьянки. Экает там что-то. Такое, что не чешутся. Ему полегчает, и мы свалим отсюда. Поедем на север. Поедем, поедем. Обязательно поедем. Дикон Сен-Джон, прием. Дик, это Рики, прием. Она не должна узнать, что я здесь.
Рики, это Дик. Сигнал прерывается. Я тебя не слышу. Дик, ты где? Мне нужно... Извини, Рики. Мне сейчас мало сна, когда... Ну, этот железный Майки с упокоителями же договорился, как бы, а мы пришли без спроса, блин. Стой! Это Дико. Стреляй! И ты. За ними. Нельзя дать им уйти. Быстро! Нашел. Я нашел все, что осталось. Все, что осталось? Что такое? Что за стрельба? Так, стычка с упокоителями. Я уже разобрался. Ты разобрался? И как? О. Ну, все ясно. И что тебе ясно? Кто тут командует обороной, я не понял. Ты знаешь, я каждый день задаю себе этот вопрос. С меня хватит. Ага. А ты что тут делаешь? Что я тут делаю? Эдди послала за тобой. Зачем? Так, стоп, что там с Бухарем? Я не знаю, поехали. Что там такое было? Что там с Бухарем? Не знаю, Эдди велела найти тебя. Ребята сказали, мы же за сюда поехали. Теперь я поняла, зачем. Ну и что же ты поняла? Самолет, медикаменты. Это не то чтобы большой секрет. Майк вел переговоры с Карлосом. Хотел, чтобы мы поделили их между собой. Брехня это все! В каком смысле? В таком! Я там был! Половину груза уже растащили. И все следы с места крушения ведут на юг. Упокоители, я знаю, уже не первый год водище. Им вообще нельзя верить, ни единому слову. Ты говоришь прямо как шиза. Это он тебя подговорил. Он рассказал тебе про самолет. А, ну-ну. То есть ты думаешь, я его шестерка, что ли? А что, нет? Тогда откуда ты узнал? От намада в лагере Коупленда. Сама говоришь, это не то чтобы большой секрет. Ага, конечно. Шиза давно искал повода с ним подцапаться. Повезло, что подвернулся ты и помог ему. Хочу вопрос задать. Может, не надо? Когда ты был у нас в последний раз, по осени, ты послал Майка нахер, потому что он не хотел платить тебе за новых людей. Все было не совсем так. Я отлично помню, как все было. Майк сказал, что не ведет дел с работорговцами. Так, мы никогда никого не заставляли идти к вам против воли. А Такин? Она тоже не заставляла? Не знаю. А ты не думал, что у человека, который умирает с голоду, который не спал несколько дней, который до того отчаялся, что не стал от тебя убегать, ты не думал, что у таких нет выбора? И все равно ты вез их всех в Хотспрингс, чтобы срубить кредитов. У всех есть выбор, Дикон. Нам тоже непросто. Иногда мы берем к себе людей, которые не могут отрабатывать свой хлеб. Радуйся, что железный Майк не такой, как ты. Правильно делаете, блин, не то что бабка-то. Уильям! Уильям, если ты меня слышишь, немедленно прекрати! Эдди, что происходит? Бухарь! Так, подержи его. Ты что творишь? Ты что творишь? Слушай, это необходимо сделать прямо сейчас. Что сделать? Нет! Не смей! Господи! Нет, нет! Охренела! Да сейчас так я тебе и позволил! Слушай меня! Антибиотики могут спасти ему жизнь, но руку ему уже ничто не спасет. Послушай, ты должен мне с ним помочь, или он просто умрет на твоих глазах! Понял. Он включается! Отвали! Дикон. Ладно. Ладно, все. Привет, брат. Эй, братан, давай-ка смотри на меня. Держи как следует, Дикон. Тихо. Так. Держи вон там. Ладно. Так. Не получается. Стой. Ну, кровь же хлещет. Он кровь есть еще. Так, дай мне бинт. Ладно. Нет. Бухарь, терпи! Терпи! Держи! Терпи, брат! Держи! Вот тут держи! И прекрати мне тут паниковать, Дикон!
Эй, ты молодчина. Когда в школе училась, думала, кем бы мне стать, инженером или, может, хирургом? И чё не пошла в хирурги? О. А ты? Эй, ладно. Сегодня ты спас своего друга. Боюсь, он другого мнения. Он все поймет. Надо поставить ему капельницу. Не знаю, где ты все это добыл, и знать не хочу. Но это многих спасет, Дикон Сент-Джон. Очень многих. Пойду помогу Эдди. Майк, ты успокойся, ладно? Дикон! Иди сюда! Я знаю, что ты сделал! Не мог я дать ему умереть. Майк, остынь. Поздно уже. Да я понимаю, что поздно. Бухарь выживет? Я не знаю. Но они тебя видели и выследили. Когда об этом узнает Карлос, он нам такое устроит? Да срал я на твоего Карлоса! Ты подписал чек кровью других людей! Надеюсь, ты доволен. Ты сделал, что должно. Майк, погоди. Грёбаный кибастос. Как все вышло там, блядь, а? Вроде спасли, блин, и в то же время насрали конкретно, блядь. Жесть, конечно. Ну, как дела? Привет. Нормально, блядь. А где ухо этого здоровяка грёбаного, блядь? 25 баксов всего, блин, за такую гориллу, блядь. Это трудяга. На сегодня это все. Ну, да. Ты посмотри, куда я тебе ухо принес, блин. Привет. Привет, Блэр. Я работала в обществе защиты животных. У нас был маленький офис и вольер для собак. Ну, это мы уже слышали. Собак было около сотни, в основном уличные. По-моему. Ну то, что она работала в обществе защиты животных, это я точно слышал. Забирай грибы, блин. Ягоды всякие. Пока что все. Хотя ягоду я зря отдал, из нее микстуру уж можно делать. Так, ладно, что у нас по заданию-то там? У него есть цель выследить полевую экспедицию. Ага. Полевую экспедицию, значит, выследить. Там же у Такер какое-то заданница появилось. И я вот тут вот не могу никак понять, как сюда попасть, блядь. Ой, здесь что-то, по-моему, он гонит. Давай к Такер, наверное. Быстрый переход невозможен, недостаточно топлива. Ну, понятно. Сейчас мы заправимся и перенесемся. Не хочу ехать далеко, капец. Реально далековато, и время. Уже дождь. Ой, дождь. Смотрю, легкий дождь написан. Говорю, дождь. И время. К вечеру, короче. Запчасти для байка. Можно, блин, глянуть товар. Блин, я ж так вот и думал, что бухарю оттяпают руку.
Черт, тебе нужны тонны топлива. Байк совсем раздолбан. Да ничего не раздолбан, что ты гонишь? Купить я ничего не могу, да? Надо второй уровень заработать. Да. Покраски у нас. Тоже ничего нового. Буду здесь, если понадоблюсь. Так, а нам, кстати, короче, не хватит нам топлива, блин. Пока, Ди. Походу. Отсюда хер переместишься. Отсюда мы можем только сюда переместиться, там заправиться, а потом туда уже переместиться. А не, смотри, быстрый переход. Давай перейдем. Садись на мотоцикл, а. Lost Lake вызывает Сен-Джона. Дикон? Да, Рики. Что такое? Железный Майк сказал, что ты готов нам помочь. Добыть припасы для лагеря. Но ты не готов работать с Шиза. Да, типа того. Что ж, я тебя не виню. Ладно. Получается, работать будешь со мной. Так что загляни в мастерскую. Для тебя есть дело. Окей. Да, ладно. Конец связи. Тебе что-то не заметил. Только здесь дела сделаем. Потом обратно к вам вернемся. Тебе еще что-нибудь нужно? Ой, а что у меня тут здесь так мало бабок? Еще что-нибудь? Странно. Да, это я могу улучшить. Эта штука тебе пригодится. Улучшить ли? Винтовочку мне вот эту дайте, пожалуйста. Пополнить боезапас 200 баксов, блин. Спасибо. Да ты с ума сошел. Будет еще что-то нужно, заходи. Ну ладно, ладно. Извини. У нас же тут 10 косарей было. Что тебе надо? Осталось, блядь, 4700. Я не понял, кто мои деньги тырит, блядь. Какая крыса тут завелась. Ты чё? Чё с тобой? Тебе помочь? А бедная спать не может, блин. Никогда еще так больно не было. Трындец, блин, они тут от работы дохнут, их еще и лупят постоянно. Передохнул чуток. Что? Жестко, жестко, конечно. Жесткие методы у бабки, блин. Ну, она же надзирателем была, бля. Не... Оттуда можно и пошло. Так, кстати, блин, о птичках. Вот так вот. Так, ну чё? А, у бабки ж ещё какое-то задание, блин. Пошли к бабке. Работай. Хватит лениться. Работай. Нет, 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 нет. Твою мать. Блин, я помолчу реально. У меня нету слов просто, блин. Это же, блин, ну правда, это жесть. Да? Дик, у нас проблема. Я здесь, Такер. Что? Помнишь, Алкай говорил, что мы обнаружили упокоителей, и они идут сюда? Да, сказал, что не пытался их остановить. Ну, мы видели их возле Hot Springs. Пара человек проследили за ними. У них лагерь в скалах к югу от Twin Craters. Чёртовы упокоители. Не переживай, я разберусь. У меня с ними свои счеты. Счеты? Это ты о чем?
Да так, неважно. Тебя бабуля не касается, блин. Понятно? Это мои счеты. Я сначала сюда хочу сгонять. Потом уже, блин, с упокоителями разбираться. Ты же Дикон, да? Эй, да, Зэнь, Дикон. Руки как? Чистые? Действительно. Грязными руками за мой байк не смей браться. Понял? Открывай ворота, блин. Сейчас открою. А то тоже отдубашу тебя. Как у вас тут принято. Ты слышишь? Да, Рики. Блин, что? Я это уже знал. Что такое? Я хотела сказать, мне жаль, что так вышло с Бухарем. Уж ему-то как жаль. Эдди просила тебе передать. Если бы ты не привез ей тот нож, Бухарю сейчас было бы гораздо больнее. Без этого ножа вам просто было бы труднее его резать. В общем, я... Мы надеемся, он выживет. Он ведь мне тоже друг. Грёбаный кибастос. Спасибо тебе, что привела нас в лагерь. Мне пора. Конец связи. Я забыл заправиться, блин. Как так можно? Это вообще жесть. Я реально забыл заправиться. Эдди, ты на связи? Дикон Сент-Джон вызывает лазарет Lost Lake. Дик, то, что я знаю, что-то сам не свой. А ты как? Что делаешь? А, Бухарь? Да, ничего. Просто надоело слушать радио «Свободный Орегон». Меня от этих его конспирологических бредней уже тошнит. Знаешь, Дик, Мэдди рассказала, что если бы не ты, я бы согнулся. Ты привез эти... Где что-то там? Слушай, я... Весело, наверное, было держать меня, пока она меня не кромсала. Помнишь, как Джек резал индейку, когда мы собирались в последний раз? Как она у него ездила по всему столу? Да, конечно. Я помню. Я до сих пор чувствую. Если бы там не было тебя... Я не знаю, что там будет. Не знаю. Ну, уже все. Все, дело сделано. Дик, ты прости, у меня голова кружится. Да. Слушай, если Эдди узнает, что ты не в койке, она меня убьет. Да. Мне уже пора на боковую. Все, конец связи. Послушай, Бу... Чёрт. Так, чё тут за стрельба была? Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Ну уж нет. Я не буду слушать этот бред. Не до тебя, блин, чёртов. Радиолюбитель, блин. Флаг вам в руки. Где мародеры? Вроде ж нет никого. О, канистрочка с керосинчиком, блин. Это уж дефицитным каким-то стал, блин. А, вот они. Да вы... Да не надо мне, падла, пистолет твой, блин. Стерилизатор. Угу. Манок тоже места нет. Да и хер с вами, блин. Привет. Это снова я.
В общем, я отвез Бухаря в лагерь Лос-Лейк и знаю, знаю. Я сказал, что больше туда не вернусь, раз Железный Майк пригрозил свернуть мне шею. Но у меня не было выбора. Бухарь был при смерти, и все равно он не хотел ехать. Да я и сам не хотел. Но, как я сказал, выбора не было. Ни у него, ни у меня. Хотя все равно в итоге он лишился руки. И теперь непонятно, что ему делать. Что нам делать. Ушлепок Шиза. Слушай, не помню, рассказывал я тебе про этого клоуна. Знаешь, людишки такого пошиба нашествию фриков только обрадовались. Говорит, раньше он был бандитом в Сакраменто или во Фресно, не помню. Но он не местный, это видно. И он врет. Якобы он торговал наркотой и оружием повсюду от Калифорнии до Орегона, а потом началось фрик-шоу. Только знаешь что? По-моему, он гонит. Он выглядит как студентик, который играл в лакросс, торговал газировкой в торговом центре или... Нет-нет-нет, точно. Он работал на теплом местечке в папиной бухгалтерской фирме. Ксерил документы и бегал всем за кофе по утрам. И при этом за день зарабатывал больше, чем я за неделю. Знаешь, до того, как мы с Бухарем свалили из Лос-Лейк, мы с ним иногда играли в игру. Мы ее называли «Кем ты раньше был». Смотришь на человека и пытаешься угадать, кем он был до того, как мир покатился к черту. Я встречал наркоманов, много уголовников, но ни одного бухгалтера. Вообще-то логично, если вдуматься. Первые несколько недель, когда все случилось, тут творился настоящий ад. Да никто из этих офисных крыс не смог бы такое пережить. Так что не знаю, может, он все-таки не врет. Я рад, что ты всего этого не застала. В общем, мы с Бухарем хотели ехать на север, убраться отсюда подальше, но... Не знаю, когда теперь получится. Может, уже никогда, но... Одно радует. По крайней мере, мы с тобой пока не расстаемся. Ладно, я еще заскочу попозже. Пока. Да, мне кажется, она жива, ё-моё. Так, рукопашная. Чем здоровье? А, угу. Чем прокачать-то, кстати говоря? Ускорение восстановления запаса сил. Блять, вот здесь надо что-то. Очень дальности взгляда. Давай это не качнем. Почему бы и нет? Теперь мы будем дальше видеть. И это хорошо. Вот, кстати, надо коктейльчик молотого сделать. Блин, жалко, фугасы нельзя сделать. Фугас, там, гранаты. Было бы клево. Если можно было бы их делать. Чё здесь? Треугольничек. А, топор. Топор мне нахрен не нужен. Тряпочку вот я возьму. Да-да-да, канистру тоже. Она всегда здесь стоит, по-моему. Ну, второй раз я ее тут вижу, это точно. А, Дик. Вот так. Да тихо, тихо, блин, кого вот так-то? Вот так. Готово. О. Куда ты лезешь? Так. Помните, я вот здесь вот хотел посмотреть, приехал, а там ни хрена не пойму, как туда попасть. Может, еще раз попробовать? Должен же как-то там какой-то вход быть или что-то такое, блин. Может, как-то сверху вот так вот заехать, а? Ага. Ага.
Короче, хочу туда проехаться. А это меня куда ведет? Трофейная охота. Не, не, пока не надо мне это. Сюда вот, блин, как сюда попасть? Прям загадка, блин. Пещеры я там не видел, блин. Внимательно надо обсмотреть все. Медведь. Где медведь? Оленей вижу, медведя нет. Тормози, блин. С той стороны не пройдешь. Давай пошаримся, Дик, слазь. Осмотримся. Может... Может, вот через эту пещеру как-то можно попасть? Ну-ка. Так, музон такой, значит, кто-то тут есть, блин. Поблизости. Нехороший. Какого хрена сверчки стрекочут? Ага, блин, я там не переберусь. Хотя почему вот здесь... Ох, мазафака, вот она пещера. Но чё-то я туда не хочу заходить. Вы слышите? Вы это слышите? Гул прям стоит. Гул и туман. Так, там выход есть. Здесь ничего нету. Где они? Это вода? Я думал, там вниз. Ага, блядь, выход. Мать вашу! Идите в жопу! Блин, там морда в пещере сидит. Жесть просто. А поближе подъехать, чтобы мотоцикл рядом стоял. Ну, на всякий случай. Канистра есть. Хорошо. Плохо, что нету бомб. А, блин, у меня же есть это... Бомба с дистанционным подрывом. Можно, кстати, ее попробовать. Так, что по времени у нас?
Нормально, прям день. Так, ну что, дорогие друзья, давайте на сегодня мы закончим здесь. И в следующей серии мы попробуем, короче, справиться с этой шайкой-лейкой. Я думаю, не знаю. Короче, попробуем. Ладно, спасибо всем за просмотр. С вами был Монг. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока и удачи!